Не знаю, по мне так проще пройти 500 метров пешочком, даже меньше 300 метров, чем вот ехать, говнять свою машину, которая не особо, я бы сказал, предназначена для этого. Вот он едет, бампер, глушитель, днище, пороги. Скользко, на самом деле, грязно. А мы здесь пойдем. Здесь получше будет. Очень крутая дорога, тропинка. Да, вообще меня слышно, нет. Но тропинка реально крутая, вдоль Маны идет. Вот, где-то километра 3, наверное, нам идти. Вот Маринка моя. Вот туда там. На самый верх. Надо добраться будет. Смотрите, какую интересную тропу нашли по пути. Вообще непонятно. Сейчас что за тропа, кто туда мог подняться по такому склону, потому что склон на самом деле очень сильный. Ну, посмотрим, что сейчас будет дальше. Скользко, мокро. Так-то красотища. Реально. Мы, как обычно, в лес. То в кабак, то в лес. Погода портится. То ли град, что ли, пошел. Вообще. Что не сделаешь ради природы, ради красот и всего остального. Да? Дождь, град и зной. Всегда в лес идем с женой. О, на самом деле, да, град пошел. Ну, первая наша вершина, на которую мы лезем. На самом деле, трава очень скользкая и тяжело забираться. Вот, и не за что ухватиться. Если соскользнешься, будешь падать, то будешь далеко лететь. Вот он получается, вот он огибает. Да. А мне дождик, что же не знаю, что мне ветер проливной, когда моя жена со мной. В принципе, срезали мы немножко. И вот такая. Ну, не скажу, что сложно. Ну как, сложно, конечно. Просто уцепиться не за что. Мы еще идем, как обычно, неподготовленные. Сейчас, как говорится, от дерева к дереву. Скользко. На веточку наступишь какую-нибудь, не углядишь. Улетишь сразу. Фу. Видите, как сразу поднимаюсь. О, смотрите. Сейчас мы наверх поднимемся и увидите, как оттуда красиво. Вон туда нам. Так небезопасно, да? Вон туда, вот на там макушка. Такая погода еще особо не это. Не для гуляний. Но... Чего? Все впереди, сейчас поднимемся туда. Там, наверное, включусь. Дождь пошел, сейчас нас еще и зальет. Мы, походу, в бурю попали. Очень сильный ветер наверху, нереально идти. Такая тропа. Как говорится, вершина. Почти. Выше что-то мы
без снаряжения решили не идти. Ни хрена не безопасно и страшно. Но здесь тоже открывается очень классный вид. Вот. Манская петля. Правильно? Манская. Точно. Путаю. Ну, красотища, что. Сейчас подойдем на край. Вот, и посмотрим, как отсюда будет видно. И что будет видно. Смотрите. Вот оттуда мы снизу от воды спускались. Вон люди там. Иди ко мне. Очень-при-очень страшно и очень-при-очень высоко. Я тем более боюсь высоты. И, блин, для меня это жестко. Жестко. Так, конечно, красотища. Вот она, Куба, огибает. Енисей, Манна, это дочь Енисея. Угу, беру палец. Вот. Ну чё, стоит нам сейчас спуск. Вот здесь вот тропинка, вот туда нам надо. Вот, а так, конечно, красотища. Да. Вроде кажется ерунда, а на самом деле вон какой есть перепад, да? Высоты. Хоп. Скользко. Куда ты? Вот здесь иди. Да, да. Здесь даже ногу некуда поставить. Сравните, как деревья растут, да? И какой на самом деле склон-то. Не очень, я бы сказал. Вот, иди левей. Вот к этому дереву. И там корень. Где? Не вижу. А? Да. Ну-ка. Поспустились. Солнышко. Что скажешь про манскую петлю? А? Да. Прикольно. Прикольно. Только очень высоко. Сложно подниматься, да. Подъем так тяжелый. Так нормально на самом деле. Можно сходить.
На самом деле, ну, не очень много времени потратите, но зато очень красиво. Мы еще осенью приехали. Ну, вот, когда лес золотой. Вот, но остерегайтесь медведей. Что вот на самом деле. Ну, да нет, здесь-то, наверное, вряд ли будет. Ну, такие тропы есть тут интересные, непонятные. Туда вот, видите, хрен пойми. В лесу тропа. Много таких встречаем. Вот, не знаю, чья это. Может, лоси ходят. У вас есть тут лоси-то? В Красноярском крае. Ну, вот. Говнеца свежего не видели, конечно, мы. Но предполагаю, что они тут бывают. Тем более, здесь на водопой. А зверьё любит ходить. Вот, ладно. Мы отправляемся дальше.